Так, друзья, всем привет! Так часто очень бывает, что, значит, люди ждут какую-то игру, им показывают предварительные версии из геймплея, они удивляются, насколько прорисована графика и так далее, они хотят ее купить, кричат «Вау-вау-вау! Хочу купить!» и так далее и тому подобное. Но потом, спустя какое-то время, им показывают уже геймплей, а они в шоке, а где же та графика, да, и уже как-то не особо хочется покупать, и уже эту графику мы уже видели. И то же самое случилось с Киберпанк. Аналитическая компания Missense вычислила, что объем предварительных заказов Киберпанк 2077 на 31% ниже, чем был у Red Redemption 2. Тот же срок до релиза. По их мнению, предпродажи польской ролевой игры слабее ожидаемых, их превосходят даже последние две части Call of Duty Cold War на 67 и Modern Warfare 14. Свои выводы аналитики сделали по общим продажам на Xbox и PlayStation, однако собранные ими данные учитывают лишь последний год. А как мы помним, прием предварительных заказов стартовал в июне 2019 года. Тогда же стало известно об участии Киану Ривза, и наверняка значительное количество игроков оформило заказ сразу после этого. Ну, друзья, посмотрим. Мне кажется, что все-таки эта игра не такая, какая такая. Ну, короче, не такая, какой мы ее ожидали в начале, или какой, вот видите, даже в этом трейлере, смотрите, вот только посмотрите на этот трейлер, боже, хочется расплакаться, сказать, о боже, какая красота, как красиво все прорисовано, продумано, это новый мир, это все по-новому. Но на самом деле потом оказывается, что это просто все прорисовано, и геймплей будет совсем другой, ну как во всех обычных играх. Друзья, вот собственно и все. Надеюсь, вам видео было интересно. Всего доброго, всем пока, до свидания.